Доброе утро, компания Zapkia. Сегодня у нас 10 февраля, 19 год, воскресенье. Людям не спится, приезжают к нам, время 9 утра. Заскочил вот Точила, сейчас снимем небольшое видео. Это у нас Hyundai Avanta 15 года с мотором G4 FD, который GDI, пробег 176 тысяч. Вот сейчас Макс на ней махнет цепи, она, кстати, стучит, но человек знает, говорит, у них на всех проблемы. Мы просто поменяем цепи. Пришло время, цепь бренчит, и сейчас ее заменим с вами, посмотрим, как это делается. Итак, человек озадачился, сам купил запчасти. Вот вам, смотрите, успокоитель номер один, успокоитель номер два. Прокладка клапанной крышечки. Это тоже к клапанной крышке относится. Сама цепь. Натяжитель цепи. Масляный фильтр. Антифриз. Ни агара, не знаю такого, поэтому ничего вам не могу. И оригинальное масло он взял. 5.20. Все покупал не у нас. Приехал со своими запчастями. Сейчас мы машинку разберем. Сравним все, что привезли, и все, что дополним. Ну, пока приступаем с вами к разборке ГРМа. И приступаем с вами к осмотру и разборке двигателя. Вот прям смотрите, еще у нее чайка из клапана, он подтекает. Разберем там, почистим, посмотрим. Нам нужно будет с вами снять насос, вот он здесь. А, будьте аккуратны, под ним стоит такой толкатель. Своеобразный стаканчик с роликом, не потеряйте, были прецеденты. Надо будет нам с вами вот этот клапан отключить, открутить. Нужно будет достать катушки, отсоединить, вот проводку отвести в сторону. Надо будет с нами открутить нашу подушку и снять навесное оборудование, ремень приводной и отвести крышку ГРМ наружную в сторону. Сейчас Максим это выполнит, если какие-то будут нюансы, я вам, конечно, расскажу. Вообще их не ожидается. Когда снимем все, посмотрим, как стоит цепь, как она натянута, насколько вышел натяжитель, и сделаем вывод, нужно вообще было менять или нет. Ну что, мы разобрали, добрались с вами до нашей цепи. Ну что можно сказать, вот видите, натяжки нет никакой, цепь потянута. Что-то какое-то масло, да, надо у него спросить, что он лил-то, рыжеватое, да, дико. Ну, 176 тысяч. Скорее всего, меняли через 1015. Ну да. Сейчас мы демонтируем старые цепь, старый успокоитель и натяжитель, выставим цепь на место, и я вам покажу, как ставятся на ней меточки. Так, вот наши меточки, смотрите, видите, тут на шестернях есть метки, цветное звено, и внизу там вот тоже вам, наверное, видно, на шестерне есть. В общем, очень-очень-очень простой двигатель, они не особо отличаются друг от друга, так что ГРМ, ну, если есть гараж, яма, в принципе, ничего сложного. Поэтому продолжаем собирать сейчас, соберем, зальем масло, заведем, прогреем, уже увидимся, когда будет двигатель работать. Наш реактивный Бенни все замутил. А ты, кстати, похож на него. Можете загуглить, кто это такой. Быстренько все сделали. 3 часика и машинку будем отдавать хозяину. Ребят, всем удачи. Пока.